Ход реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда обсудили в правительстве республики. Вел совещание премьер Абдусамат Гамидов. На мероприятие были приглашены главы муниципальных образований, где реализуется госпрограмма. В 2013-м было ликвидировано 44 аварийных дома, а в 2014-м данная работа проводится на территории 9 муниципалитетов. Было запланировано переселить 363 семьи в новое жилье на площади более 19 тысяч квадратных метров. Выделены все необходимые средства из республиканского и федерального бюджетов, но, несмотря на это, не все районы смогли сдать жилье в срок. Из-за нерасторопности отдельных глав муниципальных образований на территории Республики Дагестан сложилась довольно сложная ситуация по завершению этапа 2013-2014 годов. Вопрос с переселением граждан до сих пор не решен в городе Хасавюрт и по второму дому в городе Кизилюрт. Из-за плохой организации работы, отсутствия должного технического строительного надзора, строительство домов не завершено по сегодняшний день. В Тарумовском районе жилье хоть и построено, но, как отметил Гамидов, без необходимой при этом инфраструктуры. Я видел здесь эту фотографию, некоторые, которые строят эти так называемые дома. Те же бараки, только новые бараки. Никакого качества нет. Никакого вида нет, никакого архитектурного вида нет. Просто те же бараки, только с кирпича. И вот Тарумовский район из-за того, что так сделали, чтобы людей не оставлять, мы, имея там 10 миллиардов условно дефицита бюджета, при поправках нашли 35 миллионов рублей, выделили им, чтобы хотя бы эту коммунальную инфраструктуру туда подвести. И в этом вопросе тоже получается, извиняюсь за выражение, дыра, ничего не делается. В конце совещания премьер призвал всех глав муниципалитетов подойти к этому вопросу серьезно и постараться реализовать программу до указанного президентом страны срока. До 2017-го из аварийного жилья должно быть переселено более 130 тысяч жителей республики.